Всем привет, с вами Саша Зацепер, и мы играем в Roblox. Потом выйдет видос про Fortnite, так что смотрите дальше ролики. Да? Да, всем привет. Блядь, сукин ты Fortnite, блядь, как лагает. Ой, подожди. Сейчас взорву свою базу. Стой. Все, мы продолжаем. Что ты в меня стреляешь? Я тебя расстреливаю. Да, как вы видите, я уже с более усовершенствованной программой для снимания на видео, так что я могу снимать час, 20 минут и так как-то. А стримы у нас будут, что ли? Ну, у меня есть Twitch еще. Подожди, куда ты пошел? Да садись. Я могу снимать уже час, знаешь, и вам более такая программа. А куда же даже акутика же, ты сигурно ничто не надо разберешь. Дай, блядь, сука. Да чё ты куда пошёл? Я ж читал, хотел. Сейчас мы кинёмся, пойдём на базу. Да, у меня Roblox на русском стал, а не на английском. Так, мы идем взять свою экипировку. Да вы что? Смотрите сейчас. Взяли снайперку, Какая берета, блядь? Барет. Да, добавили, по-моему, новые пушки ТИК-9, и там еще, по-моему, дробаш. Где ТИК-9? Откуда я знаю? Там вообще, чтобы получать скины, пишет, что есть ТИК-9 и еще какие-то пушки, которые я вообще не видел. Такое чувство, что сейчас как будто бы не оружие вылезает, а мой пенис. Так, сейчас полетели. Куда мы полетели? Я давно не снимал видео, так что... Больше тебя взорвать. Ну пойдем, я с самолетом, с ракетами тебя взорву. Маневры от Саши Зацепера. Вы меня спросите, что произошло? Да ничего, видите вертолет? Его не будет. Как и тебя. У меня горит, у меня все. Ты что, пытаешься взорваться, что ли? Ты где? Подождите. Димон! Куда пошел? Сори, крыса, как летает. То есть я крыса. Так, здравствуй, Димон, как дела? Ты чё? Блядь, я сейчас затушусь. Давай помогу тебя шмальну. У меня только грамики есть. Давай. Стало теплей. Как ты еще не умер? Да вот так я умер уже 100 раз. Так, прикол. Дабы обновление выходит, и ничего не добавляют, чтобы прокачиваться. Вот твой хер тебе, а не прокачка. Я пока с тобой игрался, тут я лям заработал. Я бой. Хеликоптер с ракетами. Разве не лучше какой-то самолет? Почему ты прямо не идешь, а? Кто? Ты кто?
Так ты что? Ты где? Жопе! У меня 5 минут, у меня другая программа за снимание, знаешь? Давай. У меня ясно, истина вся. Давай, яс. На прожилке разберемся. Эй, куликуэй. Правее. Да блядь, чувака. Оооо, папа. А ну иди сюда. Ты евгеноид. Иди сюда. На. Найс. Я тоже так. Найс. Ну ты что? А ты остался там? Потому что меня положено. Почему добав? Понял. Чего? Пошли его захватим. У тебя вообще оружие есть? Нету. А, это тюк. Откуда ты? А, сверху уже, да. Ты чё, умер? Ты мертв живой. Да. Я сдох. Ну, сейчас. Я. Пока, Андрей. Пока я умер. Ладно, сейчас ракета 50 тысяч надо. Сейчас включу. Палочка-вручалочка, это ракетница. Сейчас взорву. Я убью его, давай быстрее захватывай. Я там убью, по-моему, всех. На! Бери, пока еще не украли. Я этого чего убил? Он на вертолете даже умер. Не-не, он живой! Блин, я этого чего, а ну какой-то там ник убил. Как Киллдис. И... У меня на щиту же 2 ляма 100. 2 ляма 600. Че, у меня самолет не заводится, алё? Ты за ногой. На. Че, надо еще помощь? Ну ты уже захватываешь, Настя. Пошли следующего захватить. Кто остался последний? Это ты летишь? Да. Да. Я тебе добавь меня в этот, чтобы твои не стреляли в меня. Это вот тут сделать. Я тебе в свои базы добавлю, чтобы не стреляли в меня. Чё ты стреляешь? Это не я! Да, вообще люди как ты ракетницы стреляли. Это вот... Видишь, кто на вертолёте? Где он? Где ты ушёл? Кто стрелял?
Она и полетела в этот. Ты идешь? Да, иду. Заебался, кашляет уже от ничего. Давай Америку будем захватывать. Так я же это и делаю. Я там делаю, они типа охраняют уже и убью всех. Они мне этот почти взорвали. Он чуть меньше, чем полный остался. Я сломал одну зенитку. Я сломал одну зенитку. Бля. На! Так, где хилка? Так, ищак. Еще один. Все, все, нету. Сотрети, чтобы это добавлять, чтобы твои союзники или друзья, чтобы их не стреляли по ты. А! А ты за как прыгать сюда вот? Тухо! Сейчас тебе будут даваться 1500 бабуа. А мне меньше будут давать. Так. Ворота, ворота. Что ты делаешь? О, батареи! Саша, быстрее. А как мне уйти отсюда? Так выйди. Что застрял? Если бы то, что этот клик на к. Я рассетаюсь просто. Я не могу встать из стола, моя голова смотрит в монитор, а я не могу просто уйти. У меня 12 уже минут, как снимает видео. Понял? Давай быстрее тут эти БТР. Давай, иди. А я пока что пописаю. Ща. Подписываем. Я просто буду лететь. Я сейчас вертолет возьму, а ты отсюда с базы и еду. Ну, лечу. Там летают, там летают бомбардировщики. Да не там, скорее нужны, возьми вертолет, где с этим. Я вот на самолете специальном лечу, как вот этом, которым... И лучше бы взял вертолет, который с ракетами, он лучше бы был. Как он по... Так, я сейчас на вертолет... Он меня убил. Кто? Один чувак там есть. Подожди, подожди, тактический перекус. Это мы вырежем, вырежем. Че, пришли деньги сейчас? А? Деньги сейчас пришли? Вот этого. Не, нихуя. А чё? Сейчас, типа, деньги от этого должны. Подожди, тактический перекус сейчас будет. Надо вырезать потом.
У меня верчик в воду упал. Что я должен делать? Я, по-моему, застрял. Они... У меня кошки слишком умные, они сами двери открывают. А вот деньги пришли. И минус один нос. Их на карте только два. А я как раз у своей базы. Ладно, я теряюсь. Я такой как бомб. Да. Бомб круто, если бы добавили джетпак. Ага, да. Пошли на этот, на зомби, хочешь? Давайте, давай попрощаемся с подписчиками. Хочешь? У меня какой-то чел на базе. На базе. Три монтировать. Надо три видео монтировать. Сейчас беру MP5. С вами был Саша Зацепер и... Максим 201. И... Чё у меня тут два чела? Сегодня выйдут, наверное, 2-3 ролика, так что подписывайтесь и ставьте лайки. И ссылку на Максима в описании будет. Да и хватит залечивать хуйнёй, блядь, Максим. Так, Мич. Пидорас, это мой канал, взяла. С вами был Саша Зацепер и Максим 201. Всем пока-пока!